Сате. Сате Фуригей находится в суперимпе ката. В этом ударе наносите удар внешним краем подошвы стопы. Он используется для нанесения удара по руке, ноге, туловищу или голове противника. Взмахни ногой вверх круговыми движениями снаружи внутрь. Сейчас мастер Хигаано продемонстрирует некоторые из различных мишеней, в которые можно целиться против противника. Показана атака на любой жизненно важный воздух. Нога должна быть свободной, как хлыст, а затем размахиваться круговыми движениями для удара. Бей подушечкой стопы. Этот удар направлен на уровень солнечного сплетения. Сакумаги, наноси удар подъемом стопы. Этим ударом, направленным в пах или вверх, в корпус или в лицо, когда противник падает вперед. Направь пальцы ног и сосредоточься на подъеме. Маваши Джерри наносит удар Джосате. Высоко подними колено и соверши круговое движение, чтобы нанести удар. Хайку, наносящий удар подъемом ноги. Эту технику можно использовать для нанесения ударов в различные области тела или лица. Сото Йока – закадычный друг. Наносящий удар ребром стопы. Высоко подними колено и сосредоточься при нанесении удара на ребре стопы. Удар в спину. В начале для базовой тренировки поднимай колено высоко вперед. Из этого положения вытяни ногу назад, одновременно опуская верхнюю часть туловища вниз. Полностью вытяни ногу и сосредоточься на пятке. Как только это базовое движение будет освоено, ударь ногой сзади одним движением. Теперь мастер Хигаон сейчас продемонстрирует эти удары с противником. Так что следующая техника, которую продемонстрирует мастер Хига, особенно эффективна на близком расстоянии. ハイソクモオシゲリ速度よくゲリ後ろゲリ Next technique Master Hikono will demonstrate is particularly effective at close range. Он отличный удар коленом гете. Эта техника очень мощное оружие, которое может легко вывести противника из строя. Нанеси удар в область колена чуть выше сустава. Колено заходит снизу, чтобы нанести удар вверх. Нога должна быть свободна от всякого напряжения, чтобы максимальная сила могла быть сосредоточена на колене. Back
Базовая тренировка для хизугити начинается с упражнения мастера Хигона, которое сейчас демонстрирует. Это упражнение является частью традиционных разминочных упражнений Гадзюрю. Следующий шаг – попрактиковаться в нанесении ударов под углом. После того, как основная техника будет отработана, хизагири можно практиковать вместе с мароти хикюкё. Когда руки тянутся вниз, одновременно поднимай колено вверх, используя мышцы бедра и ноги. Их опять же можно использовать и для удара в боковую часть тела. В этом случае колено описывает круговое движение, когда оно выпрямляется. Сейчас мастер Хигано продемонстрирует, что он справляется с противником. Он гейти, который содержится в шифре ката, может быть применен самыми разными способами. Используй руки, чтобы опустить противника на удар. В этом разделе будут продемонстрированы различные удары ногами на уровне лица.